настроение, если правильно оценить, надо сказать, рабочее. Этот период весь тренировались достаточно неплохо. Единственное, что очень тяжелые погодные условия были, хотя наши поля в целом и на стадионе, и здесь в хорошем состоянии. Подлечились за этот период, на мой взгляд, травмы, которые были, значит, наверное, определенный отдых такой сказался в лучшую сторону и на Самедове, и на Виталия Денисова. У них все-таки было очень много игр, и Денисов перед той игрой прилетел фактически накануне. Ну, а так все в рабочем режиме. Ждем такого сложного поединка, готовимся к нему. В Урале поменялся тренер, опытный. Пришел специалист, который хорошо знает свою команду. Он не новый, не новый в российском футболе. Знают, как построить. Но представляем, что это будет сложная игра. Потому что все последние матчи практически все идут в равной борьбе, и явного лидера заранее предсказать сложно. Чемпионат, на мой взгляд, за счет того, что вторая группа, вторая восьмерка, она всегда в этом чемпионате она значительно сильнее стала, чем она была раньше. Может быть, немножко лидеры сдали, может быть, с этим связано. Но чемпионат достаточно ровный и тяжелый. Наверное, на все ответил сразу.